Частенько возникает необходимость перемешать список в произвольном порядке. Вот я для примера сделал список фамилий. Вы можете работать с любыми списками, с несколькими колонками. У меня всего лишь одна колонка. Для того, чтобы перемешать этот список в произвольном порядке, мы будем использовать функцию slchis. Это функция генератор случайных чисел. Становимся на первую ячейку свободной колонки. Выбираем эту функцию. В скобках нам ничего писать не нужно. Нажимаем Enter. Эта функция генерирует случайные числа между 0 и 1. Протягиваем формулу по всему нашему списку. Во всех ячейках прогенерировались случайные числа. Теперь нам нужно отсортировать список по колонке, которой мы генерировали эти случайные числа, то есть по B. Переходим во вкладку «Данные», нажимаем «Сортировку». Для нас не важно по возрастанию или по убыванию. Вот, список пересортировался, перемешался, и теперь фамилии находятся в абсолютно произвольном порядке. Нашу временную колонку мы теперь можем удалить, она нам не нужна. И далее мы будем работать с полученным перемешанным списком. Этим методом можно перемешивать любые списки или таблицы в Excel.